Наступает время, когда старшеклассникам нужно определиться с выбором будущей профессии. В этом им всегда готовы поспособствовать сотрудники Балаковского центра занятости населения. 25 марта 2014 года Центром занятости населения Балаговского района на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 11 было организовано мероприятие по профессиональной ориентации учащихся в целях выбора сферы профессиональной деятельности. Групповое занятие для учеников старших классов, направленное на помощь в выборе будущей профессии, проводил представитель Центра развития личности города Твери Василий Иванович Власюк. Школьники узнали о наиболее востребованных и перспективных профессиях будущего, приняли участие в игровом тренинге и с помощью тестирования ознакомились с профессиями, наиболее подходящими их личностным особенностям.